Поснимать можно, да? Да, конечно. Тоже колбасу порезать, жену погонять. Меня одни купили, потом звонят, говорят, а что если мы свинью зарежем? Я говорю, зарежь. А что такое? Потом на следующий день звонят. Жена. Свинью, блядь. Ну, вот, убили, да. Не, ну а что, легко? Легко такая. Я же, они же сомневались, наверное. Правильно заправить, что? $3? Сабля 8 рублей, да? Это не сабля, это драгунская. Не, ну я мимо. 8-200. И шашка тоже самая, да? Вот сабля. 9-200. Есть чистая такая. Ну это типа ключ, да? Нет. Вот сабля. Офицерская. Меня и надо снимать. А чего? Будете на офицера похожи? Хоть саблей. А, хоть знаете, 2 минуты офицером побудете. Может, я офицер. Почему может быть? Прошлый. Ну, тем более. А чем шашка от сабля отличается? Так, тупой вопрос такой. И кривизна. А. Шашка, она идет как колющая, режущая. А это рубящая. Она, то есть, вот так вот. И может так сработать. Ну вот это вот, вот сравнить. Вот это вещи. Не, да, у нее вот здесь, вот отсюда. Когда смотришь, так ставишь, то есть она работает как колющий. Саблей колющий так не сделаешь. Саблей либо вот так, либо рубить. А происхождение шашки и сабли, они вот так можете сказать, одинаково вообще? Нет. Не? Откуда корни, так сказать, ноги растут? Я, насколько я, может быть, ошибаюсь, насколько я знаю, что... Шашка от сабли, наверное, произошла, нож. Да? А. А сабля это... Это вещь. Ну, сабля, шашка, она же пришла от черкесов, так все говорят. Вот, здесь до конца все крепишь, да? Да. Вот черкесская шашка. Черный или белый? Ну, это и кубанская такая же. Да. Кубанка, черкесская. А вес какой-то у них должен быть определенный, да? Или это не обязательно? Были они, когда по старинке делались, они там 1,5 килограмма делались. А если кому-то индивидуально, то могла она быть там 450-500 граммов, допустим. Вот это вот там 650 граммов. Здесь потолще клинок, то есть потолще, значит, будет тяжелее. Ну, это какая-то традиционная технология, да, наверное, еще тех времен, да. Или это уже сейчас такой, как бы, сувенирный вариант, да? Ну, сейчас, скорее всего, как память. И для, в основном, для рубки, планкировки, то есть с коня порубить лазу, либо планкировка едет, то есть шашки там упражняются, упражнения делают. А так, на танк же с ней не пойдешь. А киношники покупают у вас их? Покупают киношники, да. Здорово. А есть какой-то контакт? Ну, в смысле, телефончик какой-то? Телефон, да, я запишу.